У нас есть возможности и желание активно развивать контакты в экономике, образовании, культуре и других сферах с вашей стороной. Эта фраза заместителя председателя Брестского облисполкома Леонида Цуприка стала своеобразным лейтмотивом двустороннего диалога. Сегодня регион имеет ряд договоров и соглашений о сотрудничестве со многими польскими городами, а это значит, резерв для взаимодействия есть и его надо развивать. Визит столь высоких должностных лиц и в вашем лице, господин Терлецкий, вот, и польского парламента Республики Польша, мы расцениваем как еще один очень серьезный знак для еще установления более тесных добрососедских отношений. Далее разговор о культурном взаимодействии. Сегодня польские энтузиасты планируют снять на Брещине фильм к 200-летию Тадеуша Костюшка. Это возможно, в этом есть заинтересованность и местной вертикали власти. В регионе уже не один год ведется восстановление родового гнезда в Косово. Также на встрече шла речь о совместных решениях, которые помогут активнее развивать сферу образования, туризм в том числе и медицинский. Направление новое, но очень перспективное. Сегодня брестские медики могут провести полную диагностику, например, органов кровообращения, любому желающему, в том числе и иностранцу. И это лишь малая часть возможностей. В свою очередь, вице-маршал Сейма Польши Ришард Терлецкий выразил надежду, что белорусско-польские отношения приобретут новые краски. Вопросы, которые обсуждались в Бресте, также станут основой для принятия будущих решений. В первую очередь, это касается приграничного сотрудничества, основы развития отношений между странами. Речь идет о развитии транзитных путей, реконструкции и строительстве новых дорог, а также о малом приграничном движении. Например, автомагистраль, которая в будущем соединит Салоники и Ригу, будет идти вдоль белорусской границы. Деловая встреча – это еще один шаг к развитию взаимоотношений между Брестским регионом и Польшей, которые, безусловно, выйдут на новый, более качественный уровень. Сегодня в планах у участников диалога поиски и обсуждения новых совместных проектов.